трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В Госдуме поддержали идею Следственного комитета о том, что езду на автомобиле без прав надо приравнять к незаконному ношению оружия. Как отметил один из депутатов, сесть за руль при отсутствии водительского удостоверения значит выйти с оружием на улицу и начать целиться. Существующего наказания в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей недостаточно. Добавлю, что эта тема была поднята после громкого ДТП в Москве, случившегося 16 октября. У виновника, 18-летнего водителя Феррари, не было прав. Трасса 101. Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков предложил выпускать верхнюю одежду, как взрослую, так и детскую, только со световозвращающими элементами. По словам парламентария, это должно стать обязательным техническим условием. Цель – сделать пешеходов более заметными в темное время суток. Лысаков не исключил, что в будущем все пешие граждане должны будут иметь при себе ночью светоотражатели. Пока это правило действует при движении вне населенных пунктов. Миноборнауки планирует до конца этого года разработать программу обучения школьников безопасному передвижению на велосипеде. Курс будет состоять из трех блоков общей продолжительностью 24 часа. В министерстве считают, что благодаря этому на дорогах страны уменьшится число аварий с участием несовершеннолетних велосипедистов. Отмечу, что подобные программы существуют во многих странах мира. Трасса 101. По оценкам экспертов, около трети автомобильных запчастей, продающихся в России, являются некачественными, вследствие чего быстро выходят из строя. Относится это и к подшипникам, без которых не обходится ни одно транспортное средство. Причина кроется в том, что в свое время отечественные подшипниковые заводы перешли в частную собственность. К тому же обязательная сертификация подшипниковой продукции была отменена. Но все-таки решить задачу приобретения качественных подшипников несложно. Главное – ориентироваться на компанию с большим опытом работы в этой сфере и жестким требованиям, которые она предъявляет к продаваемой продукции. Это компания «Аризон Подшипник». Здесь вы найдете как отечественные, так и импортные подшипники для любой техники. В наличии японские бренды NTN, NSK, Начи, чешский ZKL. «Аризон Подшипник», производственная 28, телефон 704-307. «Аризон Подшипник», производственная 28, телефон 704-307. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.